Социально незащищенный слой населения особенно остро нуждается в поддержке государства. Раненым, ставшим инвалидами в результате грузинской агрессии с 1989 по 2008 годы, регулярно оказывается помощь. В настоящее время распределение этой помощи осуществляется через фонд поддержки раненых. Президента Хосей Эссад Месекердеска Гилута. Президента Бузнак у меня на нохам куттаг навей, кешу куттаг нен махан Алан Эдуардович на бахос кенем байда. У меня як ухфа дарх куттаг митсенат пухаты гурам очередной раз. Рушивайм байда ви фунду форсмадер. Фалавим байда. Ну транспорт кеменай, буду наса нахедага Аласым байда. Исфу и ис. Вира лапута, инвалид тестовта мейлавенч, разай, передавуйте. Удон не арче там бинун там дар фажуджес там, кавен дар джебур навеченис, хазармас саналашчес там. Фонд поддержки раненых был создан в 2009 году. За это время фонд сделал немало. Мадина Плива не понаслышке знакома с нуждами инвалидов. Она сама участник боевых действий. Получила ранения при отражении грузинской агрессии. При активной работе фонда инвалиды в Южной Осетии ощущают постоянную заботу. Мадина Плива особо подчеркивает, что между руководством фонда и ранеными сложились добрые отношения, построенные на взаимном доверии. Лена Газаева, Альдина Чхоева, информационный выпуск сегодня.